Здравствуйте, подписчики моего канала. Привет всем, кто смотрит данное видео. Нахожусь во Львове, на Лычаковском кладбище. Экскурсию маленькую себе сделали. И снимаю интересные места, то, что какое-то необычное. И вот одно из необычных мест. Гробница. То есть это обычная могила. Точнее, гробница. Сюда может быть захоронено, там не знаю сколько человек, встречал максимум. Как бы вот такие вот обычные гробницы. Захоронено до 12 человек. Сколько захоронено здесь и кто захоронен, непонятно. Наверное, кто-то большой магнат, потому что построили такой целый дом на гробнице. Я так понимаю, что гробница вот эта внизу, открывается дверь. И, наверное, туда как бы ложат покойников. Ну, видно здесь раз, два, три, четыре человека. Четыре человека уже захоронено. Как бы необычное место. Вообще можете зайти у меня на канал. Еще есть пару каких-то роликов с интересных мест с Лычаковского кладбища и Львова. Подписывайтесь на канал. Ну и до новых встреч.